последствия американской политики в регионе, они, по-моему, всеми понимаются примерно одинаково. Ни одной авантюры за последние десятилетия, которую предпринимал Вашингтон со ссылкой на коренные интересы своей безопасности за 10 тысяч миль через Атлантику, здесь у него возникали угрозы его безопасности. Ни одна авантюра не увенчалась ситуацией, когда страна, подвергшаяся нападению, стала бы жить лучше. Некоторых стран практически не существует. Они же всем говорят, что мы сами будем разбираться. Вот с тем же палестино-израильским конфликтом. Они же прекратили деятельность квартета международных посредников и взяли все на себя. Чем это закончилось, мы видим. Это просто еще один пример ситуации, когда в случае американского лидерства мы получаем трагедию.